Подмосковье начала работать единая горячая линия по борьбе с борщевиком Сосновского. Создание линии стало ответом на многочисленные обращения жителей региона в разные инстанции. Теперь можно позвонить в единую службу и узнать о методах проведения комплексных мероприятий по уничтожению коварного сорняка в муниципалитетах или же сообщить об обнаруженных местах его произрастания.